Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Uncharted, первую часть. Мы находимся в гробнице непонятного происхождения, ищем здесь сокровища, но, судя по всему, мы опоздали. Тем не менее, какой-то след ведет вот сюда, похоже, что тут очень тяжелое что-то тащили. Так что пойдем по следу, возможно, что-то да найдем. Вы только представьте, сколько весит эта дура, если она в камне оставляет такие глубокие борозды. Так, Салли, не оставай. Huh? They stop here. Yeah, it looks like the back wall of the temple was blown out. Yeah. Spaniards must have made themselves a shortcut to get the treasure out. Swell. Now what? Так, ну погнали. Я не знаю, что теперь. Красиво. Офигеть. Wait, Sully, do you hear that? Now there's something you don't see every day. My God. Обалдеть. Как она тут вообще оказалась? Это кто-нибудь может мне объяснить, нет? Так, ладно, сейчас разберемся. I'll be damned. Must have come up the river during flood season and gotten stuck. Let's check it out, huh? Ah, wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Так, а как же мне туда попасть? Придется поплавать опять, похоже. А снизу я, скорее всего, не подберусь. А, и тут что-то мне подсказывает, что тоже. А вот сюда, наверное. Ладно. Выглядит осуществимо. Так, подожди, мне нужно. Раскачаться. Оп, неудачно. Давай, Дрейк. Что вроде в прошлый раз нормально так раскачались. Да блин, твою мать. Что такое? Может, мне не в эту сторону, может, мне сюда куда-то? Да нет. Так, давай. Не парь мозги. Может, мне пониже надо было спуститься? Нет, в этот раз все нормально. Да блин, твою мать, ну что ты делаешь, урод? Ладно, ладно. Бывает со всеми. У всех бывают неудачные дни. Да твою мать. Ладно, все, как поднимись, короче, правда. Что-то не знаю, блин, у меня такие элементарные действия вызывают такие затруднения. С чем это связано, интересно? Хорошо, куда идем дальше? Трещинка. Опять раскачиваться. Ненавижу раскачиваться. У меня с этим очевидные проблемы. Так, хорошо. Да блин, ну вы посмотрите, ну как так можно? Я не знаю, я вроде все правильно делаю. С чем это связано? Хорошо,
Хоть так. Так. А, кстати говоря, сейчас на PlayStation Vita выходит Uncharted Золотая Бездна. Ну, вроде как выглядит она, конечно, для портативной версии игры крайне неплохо. Проблема одна, то что ее делают люди, которые к оригинальной серии отношения никакого не имеют. Поэтому как-то меня это... Так, мне наверх, интересно? Как-то меня... Не очень, надо сказать. Что-то нашли. Ух ты. Ты кто такой? С какого района? Мы, похоже, за этим... Сюда только за этим ходили. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, смогу ли я это проделать? Hey, да, здесь уже высота серьезная. Так, осторожно. Ну какой вид, да? Офигенно. Тихо-тихо, не падает. Что ж ты какой, блин? Хорошо, куда-то идем. Куда пока непонятно, но куда-то идем. Тут, похоже, пониже надо спуститься. Держись. Не падай. В целом неплохо. Так, хорошо. Все. Мы сделали это. Да. Игра, несмотря на то, что прошло уже лет 5, наверное, с ее выхода, натурально графически удивляет. Так, ну посмотрим, что у нас здесь есть. Okay. I'm in. What do you see? Something nasty happened to these guys. There's blood everywhere. And soup. What? Так, ну-ка, ну-ка. Селенок, хватит проржавевший механизм повернуть. Хватит. Так, здесь уже машинное отделение, я так понимаю. This, my decomposing friend. Да, монетки явно непростые. I think the trail just got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. You're kidding me. Looks like our German friends had a little secret. Так, давайте. Все так же, без изменений. Тут все уже капитально плавает. Ну и мы поплыли, верно? Так, хорошо.
I'm in the captain's quarters. Get this, he's still here. What's that supposed to mean? Yeah, it looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. You're all hearts, Sully. Кто же с ними все это сделал? Натурально порвали их. Gotcha. Are you all right? Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip or... Or what? Sully? You there? Sullivan! Что-то связь прервалась, надо возвращаться. Твою мать, это плохо явно. Ай, обалдеть. Hello. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man. This is just business. Get over there. Easy. Put your hands up. Aye, they're up. See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said, well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Kriegsmarine map have to do with El Dorado? What? You think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we square? For now. But just in case you need a reminder... Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do with... Sully! Sully! You son of a bitch! Попахнуло. Блин, надо бежать. Салли, похоже, все. Надо бежать. Ой, валим. Кьё! Хорошо дерется, кстати, да? Подвижный, подвижный, как обезьяна. Couple of no-luck tomb robbers. Shh. It went this way. I ran your head.
you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Yeah. And we're next if we don't get out of here. Oh, God, I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. All right, come on. Так, надо быть предельно аккуратным. В ту сторону, я так понимаю, лучше не идти. Тихо. Елена, пригнись, пожалуйста. Я не помню, в этой части можно их беззвучно вырубать. Постараемся не шуметь. Ты успокоишься, нет? Дрейк! Ну, как-то так. Я не могу сказать, что это очень хорошо получилось. Ой, блин, как я криво стреляю, это же ужас. Так, там у кого-то автомат, по-моему, был. Ладно, они мертвы, мы живы, уже хорошо. Надо, конечно, вспоминать, как тут управлять, потому что... Тихо, это что было? Потому что иначе меня тут убьют, игра сложная. Так, ну мы возвращаемся обратно в катакомбы. Ты один? Или с тобой еще подружки были? Так. Вспоминаем, как стрелять. Вспоминаем. Он вроде нормально. Okay. А твою мать. Елена, уйди отсюда, уйди. Елена, боевитая девушка. Не прочь пострелять по врагам. Так, надо чуть-чуть убавить чувствительность, а то это вообще кошмар какой-то. Я всегда играл с чувствительностью поменьше. И, надо сказать, в мультиплеере, скажем, второй части показывал крайне неплохие результаты. Как я за тот год, пока у меня не было PlayStation, умудрился так разучиться играть на DualShock, это, конечно, удивительно. Ничего, постепенно, я думаю... Вспомним, приучимся. Главное вспомнить пораньше, потому что... Не буду повторяться, но экшен тут натурально сложный. Поначалу, если еще как-то делают поблажки, то потом, если начнешь тупить, то тебе будут проблемы сплошные. Там наверху кто-то тусует, по-моему. Елена, мать твою, за ногу. Да не туда прижался, урод. Так, подожди, я ж тебе в голову попал. Или у тебя голова там кость сплошная. Ладно. Так, один остался. Отлично. Четыре патрона, это, конечно, не порядок. Поэтому побегаем с пистолетом. Но пистолет здесь неплохой, так что... Блин, дайте мне забрать. Елена!
Не лезь под пули. Временами чересчур она боевита. Стоит тебе прицелиться, она уже перед тобой. Выцеливает врагов. Just keep your head down. These guys aren't messing around. Так, что мы делаем тут? Подняться по лестнице, похоже, надо просто. Будем надеяться, без приключений пройдет. И, по идее, мы уже не так далеко от выхода. Ай-яй-яй, тихо. Падай. Хорошо. Блин, с этой стороны неудобно целиться. Отлично. Что-то получается, постепенно начинаю вспоминать. Боевая система здесь очень удобная, то есть тут все зависит от тебя. Не как в некоторых играх, что приходится натурально париться, чтобы попасть в кого-нибудь, прикладывать усилия. Здесь с управлением полный порядок. Так что постепенно все у нас будет хорошо. Так, что патронов маловато. Отлично. Ты что там лежишь, что ли? Елена, отойди. Хорошо получилось. То есть он, похоже, гранату хотел кинуть. Я ему руку, что ли, прострелил? Ну окей, так окей. Так, что у меня там с калашом? Все так же? Голяк пока. Ладно. В принципе, ПМ наш тащит. Хотя, может, это не ПМ, но, по крайней мере, очень на него похож. Stay with me. Так, неужто вышли? Твою мать. Да блин. Как-то странно прячешься, братюнь. Тихо. Блин. Давай, давай, привыкай. Фу. Готов. В целом неплохо. Так, вот наша машина. You always been this popular? Well, I do seem to attract the scum of the earth. Yeah, no offense. None taken. Do you have a good memory? Yeah, why? UK-2642. You got that? Yeah, what is it? It's Krieg's marine coordinates. I think I know where the Spanish took El Dorado. El Dorado? The problem is, some of the bastards killed Sully. Damn it! If the Spanish found the treasure, they had to move it there, to that island. And Drake followed him. Well, what are we waiting for? I'll get the story, and you get whatever it is you're after. Come on. Hey, this isn't gonna be a vacation, you know. I can take care of myself. Besides, you owe me one. I suppose I do. Trail of the lost treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Will we discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold?
Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel. Whoa! What the hell was that? Anti-aircraft fire? This is so not cool! Oh crap! We're on fire! Enough with the damn camera! We gotta bail out! Bail out? Does this thing even have parachutes? Now would be a good time to look! I hope these things still work. We'll find out in a second. Have you ever done this before? Of course. You just jump, count to five, and pull the cord. Now go! Are you coming? Kind of busy right now. Get going. Офигеть. Зачет. Shit. Фу, куда мы попали в итоге? Так, ну надо идти к месту падения, похоже. Как видите, в старых играх есть такая проблема, как подгрузка текстур. Грузится прямо на глазах. Ну и в принципе что, давайте на этом завершим эту серию. Прекрасная игра, я очень рад, что я к ней вернулся. Увидимся в следующих сериях, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.